Снова здравствуйте, с вами канал Сельская экзотика. Так, это находки, которые я еще не доперебирал, либо они в ужасном состоянии, просто лежат в сарае. Я их вам решил показать. Так. Это вот крестики. Это образок. Пожалуйста. Вот такой вот. Непонятно что. Это конина. Конина — это вот серебро. Сейчас я расскажу. 1884 год. Вот видно, да? Вот так вот. Ну, к сожалению, ты не знаешь, что это было, что это такое. Это вот походу наконечник стрелы. Я так подозреваю. Ну, не уверен. Как-то вот так. Это все. Бижутерия там советская. Вот это вот, походу, может, ножницы были какие-то. Вот это вот. Вот. Пряжки всякие. Золотник. Все. Вот, кстати, часы, которые я в своем видео показывал, недавние. Это недавняя находка моя. Ну, тоже еще не перебирал. Просто положил. Как бы оно все в ужасном состоянии. Убитая ценность. Я тут думаю, нет никакой. Не знаю. Посмотрим. Номер 711-41. Так, вот еще одни часики тоже. Ну, раньше нашел. Вот так. Такие. Здесь я не смотрел, что там. Не скажу. Наверное, не столь важно. Что там, они тоже, как видите, убитые. Это тоже непонятно что. Вот. Восьмерочка. Это... Или свинец. Что-то наподобие того. Вот. Видимо, закрывали замочную скважину, я так подозреваю. Это вот ордена прикручивали такими штучками. Это советская. Значки. Это я нашел в лесу сосновом. Пожалуйста. Кольцевание животных, птиц. Вот. Может, кому интересно, показываю. Номер. Никуда не обращался, не звонил. Ну, вот это вот в нашей местности. Это я нашел года, наверное, 3 назад. Примерно. Плюс-минус. Вот. Кому интересно. Вот крестики в таком состоянии они. Тоже в дом не несу. Как бы, не знаю, с верными, с верными. Но попадается, подбираю. Вот такие. Целенький крестик. Пожалуйста. Так, вон тоже целенький крестик. Не знаю, что с ним даже делать. Не знаю, куда их девать. Тоже с крестика, наверное. Это вот серебро. Все видно.
Это монета была. Расплавилась. Советская. Пролетария вроде как написано там. Еще видно. Попробую искать навести. Если вам будет видно. Пролетарий. Вот так. Так, не знаю, что это. Увесистая. Это вот медная ложечка. Остатки медной ложечки. Это вот у нас, пожалуйста, пломбы разные. Разные пломбы. А вот это вот именная пломба. 12 февраля 29 года. Написано Игнат Поль. Именная пломба. Пожалуйста. 137 378 ЮЗЖД. Вот так вот. Пломбочка. Еще одна пломбочка. Вот еще одна пломбочка. По-моему, герб. Наверное. Не разберешь. Да, герб. Видите, орел. Царская пломба. Это тоже какая-то именная, наверное. Плохо видно. Не вымыл. Не вычистил. 263 тоже. Желдон. Мозг. Непонятно. Ну тоже. Старая. Это бляхи. Это советская. Но в таком состоянии попалась. Это вот царская. Бляха. Она в ужасном состоянии. Орлик еще видно, но еле-еле. Вот так. Вот колечки медные. Там в доме еще есть. Так, это пуговки тоже. А вот это вот интересное, жетон. Жетон, я его нашел на лугу. Посредине луга, там где большой куст. Может, вы когда-то обращали внимание. Это вот жетон. Пожалуйста, если что, кому может какая-то информация нужна. Вот в моей местности нашел такой жетон. Прошу извиниться. Некачественная, может, видеозъемка. Может, тоже плохо она тут видно все. 137 роз. Или га. 2. Вверху 10. Д 10. Здесь двоечка внизу. Так, с этой стороны ничего нету. Ну вот такой вот. Это пуговки разные. Есть даже эти самые. Семерочка. Так, это 17. Это вот 18. Это вот 21. Обыкновенная, тоже простая, видите.
тоже вот такая вот. Этого тоже. Такого образца. Вот. Единичка, наверное. А, не, семерочка. Семерочка. Это что у нас? Десяточка, по-моему. Да. Это как десяточка. Вот тоже 17. Так, вот у нас орлик. Тут где-то я положил запчасть. Вот она отпала. Кадачье ушко. Пытался почистить, она отпала. Вот такого качества она. Вот, пожалуйста. Вот. Вот еще один орлок. Но с ушком уже вот такого качества она. Не вычищал. Вот. Вот резкость навел. Вот он, орлок. Вот убитая. Не знаю, тоже, наверное, это тоже орлок. Тоже убитая. Вот это тоже орлок, наверное. Да, это тоже орлок. Тоже убитая. Вот. Бляшки, вот. Что-то такое. Что-то. Вот еще. Пожалуйста. Монетки. Советские, это царские попадаются. Вот. Двушечка. 1817 ЕМ. Вот такая убитая. Рубчик. Советский. 1961, по-моему. Или 64. Вот он. Вот. Конечно, тоже нашел. Но вот это ходячки. Все это находил в лесу. На лугу. Вот. Монетки все эти, которые или убитые, либо еще не почистил. Ну, в дом не брал. Вот они так вот лежат. Как бы ждут своего. Ну, вот, и вот еще, пожалуйста. Тоже военщина. Вот такая вот штучка тоже находилась. Это в лесах. Все в лесу. Это вот не пойму, что это, бронза. Что это была, емкость какая-то. Пытался почистить, палка застала. Там все твердое. Это я дома нашел, на огороде. Вот, пожалуйста. С чего-то, не знаю. Ну, тоже нашел. Вот. Вот так вот. Такие вот находочки. Вот, вашему вниманию. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за внимание. До новых встреч.